Отже, Ігор Перепека, керівник фракції «Опозиційного блоку» в Сумській міській раді. Скажіть, будь ласка, як для вас пройшов рік, як для депутата? Ваша фракція одна з найменш чисельних у Сумській міській раді, але чи впливає оця малочисельність на ефективність прийняття рішень і відстоювання інтересів ваших виборців? Хотелось бы сказать, что мы не только в этом году, а вообще на протяжении вот этого всего времени пытались отстаивать вообще все социальные вопросы сумчан. Потому как сейчас с перенаправлением, будем говорить, государственной политики в другое русло, есть какое-то, ну, таких 2-3, там, 4 шага, по крайней мере, нам об этом говорят, капиталистическому светлому будущему, да, то есть мы повернулись, мы шли непонятно куда, сейчас нас вроде бы ведут туда. И социальные вопросы в итоге сейчас остаются на заднем плане. И вот мы пытаемся хоть как-то призвать местную власть, пытаемся там своими зверненнями через міську раду, если их принимают, в большинстве случаев не принимают, пытаемся воздействовать на то, что, ребята, повернитесь к людям лицом, потому как сейчас вот этой погоне за, опять же, повторюсь, прошу прощения, за капиталистическим будущим, мы стремимся к какому-то зарабатыванию денег, к какому-то урезанию социальных вопросов. Мы считаем это неправильно. Конечно же, еще один из важных вопросов – это переписывание истории. То, что мы тоже пытаемся донести, что, ребята, у нас были как и плохие страницы, так и хорошие, и я не скажу, что период с 17 по 91 год это были самые худшие годы в нашем государстве. Поэтому к истории надо относиться так, какая она есть, и ее нужно доносить, а не переписывать. Мы категорически против переименования улиц, потому как в основном-то пострадали улицы те, которые несут нашу историческую, такую, ну, нашу историческую страницы наши, да, то есть это и героев Сталинграда, это и наших героев. Вот Парижскую коммуну переименовали. Парижская коммуна, ну кому она мешала? Тем более у нас вот все предприятия, они называются коммунальные. Отчет любой фракции, любых депутатов – это, наверное, результаты голосования, когда за тебя проголосовали люди. Я вообще категорически против каких-то отчетов. Вообще отчет – это, скорее всего, пережиток совка, да, тот, который к нам ведут. Что такое отчет? Отчет – это то, что люди вышли с двора и увидели. Вот это и есть твой отчет. И когда они придут, проголосуют, то есть они поставят результат твоей работы. Не проголосовали, значит, плохо работал. Для того, чтобы сделать какой-то общегородской проект, надо показать вот на месте. Вот мы сейчас пытаемся добить вот этот проект амбулатория местная, когда будут семейные врачи, и люди не будут ездить там в третью больницу, а приходить на место. И попытаемся сделать там место тимчасового пребывания скорой помощи. То есть мы это еще там с 2012 года пытались, у нас не получилось тогда, но попытаемся сейчас, может быть, на этом примере. Скорая помощь должна 4-6 минут быть у человека. Вот в Харькове это от 5 до 7 минут на 9 этаже приезжают. Вот если мы это сделаем, вообще я считаю так, что власть, которая спасет хоть одну человеческую жизнь, она уже не зря здесь побыла. Поэтому, если мы будем думать о том, как спасти человеческую жизнь, как продлить жизнь, как, чтобы у нас мужчины, женщинам у нас все более-менее нормально, у них средняя продолжительность жизни выше, а вот мужиков надо спасать. Я не про себя, но там 55-60 лет надо спасать. У нас сердечно-сосудистые заболевания, если вот даже взять вот эти раковые заболевания, ну это 15-20%, а 70-60% это сердечно-сосудистые. Нам надо спасать. Вот я всегда городской власти пытался донести, особенно наивысшим руководителям. Ребята, если с вами что-то случится, вас в Киеве не спасут, вам надо будет ехать в эти больницы, подумайте хотя бы о себе, о своих детях, спасайте людей. Вот если у нас это получится, то будем продолжать в том же направлении. Наскільки підтримують ваші колеги-депутати ваші ініціативи, які ви висуваєте, ну, як представники опозиційного блоку, наскільки підтримуються вони рештою депутатів Сумської міської ради?
Еще перед выборами уже говорилось, что будет сотрудничество в Раде будет только среди так называемой демократичной большинства. После выборов разговор был о том, что будет только 38 депутатов, вот это будут работяги. То есть уже сразу этих четверых, так как у нас 42, то есть четверых оппозиционного блока уже отодвинули. Но мы же сейчас видим работу Сумской Мейской Рады. Они же между собой все переругались. Все. То есть они себя сейчас называют оппозицией. Они вместе куда-то бежали, а теперь одна часть отделилась. Вот они теперь оппозиция. А в итоге, хотя я считаю, что на местном уровне оппозиции не должно быть. На всех встречах, всем своим избирателям, всем, с кем встречаемся, всем, к кому обращаемся. Я говорю, ребят, я, если вы мне позвонили или что-то сказали, или обратились, и считаете, что завтра решится этот вопрос, сразу говорю, он не решится. Я могу быть только вам помощником. Вы в первую очередь должны решать свои вопросы. Для того, чтобы решить вот так проблемы, надо проделать вот так работы. Поэтому, конечно, тяжело. Но я скажу так, если человек садится на плечи, о чем я прошу, и наступает на уши, то мы вопрос решим. Если человек позвонил, сказал или написал какое-то письмо, после этого он пропал, этот вопрос не решается. Ну, я вам скажу, те, кто хочет и ремонтирует крыши, то есть мы помогаем, и дворы ремонтируются, и детские площадки. Поэтому в основном все зависит от избирателя. Как избиратель относится, но я думаю, это не только касается нашей фракции, это любого депутата касается. Поэтому на 90% это все будет зависеть от человека, который обратился к депутату. Поддержка депутатского корпуса есть. Вот я сразу скажу, как только политика в Мейской Раде отходит на сторону, на другой план, то вопросы решаются очень хорошо. Я думаю, это правильно. Вообще с политикой это очень тяжело что-нибудь решить, потому что, ага, це мы там... Це ви такі, ви запроданці, а ми такі ось демократи, там це, і все. А коли це убираєш і розмовляємо тільки о розвитті міста, то тут зовсім по-другому. Є підтримка, звісно, і депутатського корпусу, ми б нічого не вирішили, і від міської влади, але хотілося б більшого. Мы единственная фракция, которая настаивает на социальных вопросах. И так как мне их протянуть тяжело, я пытаюсь через троллинг міської влади, наших депутатов, все-таки этого добиваться. Да, вот я до сих пор не могу понять, если они нас тянут в капиталистическое будущее, какие коммунальные предприятия могут быть в приоритете там. К примеру, да, вот я, мое четкое убеждение, это два коммунальных предприятия, которые должны быть в городе. Это водоканал, ну, Сумы теплоэнерго сейчас я не понимаю, но в данном случае это водоканал и электроавтотранс. Все остальное, ну, ребят, это все может делать частные структуры, и они будут в 2-3 раза дешевле делать. Опять же, что такое коммунальное? Коммунальное – это от слова коммуна, французская. Ну, так, ребята, а это община переводится. Так, а если по-латинскому община, так это коммунистическая. То есть, если это два соединить, так коммунальное – это коммунистическое. Як місто підготовлене до опалення? Отапливаемый сезон начался нормально, есть проблемы, но без проблем не получится. То, что разрыто, ну, это уже как бы находится в другой плоскости моего понимания. Почему? Потому что я считаю, что мы сейчас вышли как бы наверх и украшаем, ну, если это сравнить с человеком, украшаем себя, а внутри больны, потому как наши сети в ужаснейшем состоянии, в ужаснейшем. Все построено 50-е, 60-е, 70-е и сейчас 80-х. Все, это уже 30, 40, 50, 60 лет. Если мы сейчас туда не зароемся при нынешнем бюджете, если мы хотя бы не наведем хоть чуть-чуть порядок, нас ждет... Ну, я не знаю даже, что нас ждет. Поэтому, в общем, считаю, что как бы отопительный сезон начался нормально. Да, есть проблемы, но в большинстве то люди в тепле находятся. Яка ваша думка щодо тарифного питання, яке супроводжувалось від літа, ну, надзвичайними такими, скажімо, баталіями, протестами людей, активістів і так далі?
С тарифами бороться нельзя, нужно бороться с доходами. Человек не должен думать, как ему заплатить копейки. Он должен зарабатывать столько, чтобы он свободно мог что-то оплатить. Городская власть, если считает, что тарифы, например, завышены, она может это компенсировать. Вы знаете, я вот недавно на Погоджувальной раде спрашивал, говорю, ребята, объясните, а что 50 на 50? Что у нас с этим суммой теплоэнерго? Я вот помню, в 2006 году бывший мэр, там, будущий, мэр приходил и рассказывал, вот мы сейчас там суммы теплоэнерго заберем, там, а в итоге Бухин не забрал. Значит, да, потом там в 2010-2011 я тоже голосовал, но я вообще, если честно, не понимал, это я сейчас там чуть-чуть понимаю, а тогда я только пришел, молодой не по возрасту депутат, я не понимал, тоже проголосовали. Ну, я не знаю, насколько бы город, ну, мне кажется, город бы справился элементарно с умытием. Ну, это как бы совсем другое. Мы сейчас говорим о тарифах. Понимаете, вот, что касается тарифов, мне кажется, должна быть общегосударственная политика, так как мы заходим в тупик. То есть государство там, где у себя, свободно решает. Вот почему никто не говорит, сколько стоит лекарство? Сколько стоит сейчас вонка лекарства? Там сумасшедшие суммы, сумасшедшие, там десятки тысяч гривен. Никто об этом не говорит. Мы боремся за каких-то 10, 15, 20, 30 гривен. То же самое происходит не только в медицине, то же с обучением. Никто же не спрашивает, почему в институтах поднялось тоже, там же тоже десятки тысяч гривен. Об этом никто не говорит. А это популизм. Это я, ну, моя субъективная точка зрения. Это чистый популизм. Поэтому я считаю, что государство на своем уровне должно создать какой-то экспертный центр специалистов, профессионалов, не журналистов, не активистов, не правозахисників, там еще кого-то. А это должны быть спецы, которые в этой сфере проработали. Они знают, откуда, как и почему. Отдавать им на экспертизу эти тарифы, они должны возвращать и говорить, вот это да, вот это нет. Если вот это да, городская власть на этом уровне принимает. Если мы не поможем нашим, в основном, которые люди, которые страдают, от таких, я думаю, которые не могут платить это процентов 50-60, ну это будет тяжело. Опять же, есть субсидия. Кому она платится, как. А вот вы заметили, а люди-то не бастуют в основном. Вот если вы увидите по сумме теплоэнерго, кто там был, там работники суммы теплоэнерго и активисты. И вот они, а люди где? Че люди не приходят? Значит, у них все нормально или ненормально, или до них не доходят. Поэтому, опять же, у нас есть такая форма общения с избирателем, там, к жителям, это как опытывание экспертное. Давайте проведем опытывание, вот как люди, в чем проблема. Вот тут надо разбираться. Які ініціативи сумського міського голови Олександра Лисенка ви вважаєте корисними, правильними, потрібними для розвитку нашого міста? Самая большая ошибка міського голови – это то, что он практически не общается с депутатами. Да? То есть, если есть большая проблема, то до міського голови дозвониться нереально. Вы можете сообщение слать, вы можете, все там будет глухая стена. Хоть гори там, сгорай район, но вы до него не добьетесь. То есть, надо через кого-то. Да? То есть, у міського голови нема коммуникации с депутатами. Это очень плохо. По поводу инициатив. Это то, что сейчас больше внимания уделено школам, освіті. Это просто супер, но маловато. Медицина. Медицина, я все-таки думаю, это улучшено где-то процентов на 50, мы все равно не дорабатываем. Вот на последней погоджувальной раде мы обсуждали надбавки для врачей детской городской больницы. И вот сразу у депутата, у міського голови вопросы, а зачем? Ребята, у нас в третьей поликлинике за последнее время уехало 5 врачей. 5 врачей, они уехали туда и работать будут не врачами. Еще чуть-чуть, и нам некому будет лечить. Нас уже некому возить, у нас уже некому вывозить мусор, нас еще останется некому лечить, и все. Поэтому это как бы плюсы. Минус – это то, что нету четкого плана стратегического развития города. Это то, что нынешняя власть не видит, что ждет город, а она в любом случае должна продумывать хотя бы на 5-10 лет вперед. А что касается транспорта? Транспорт – это вообще как бы вся моя жизнь. Это наиболее та сфера, в которой я разбираюсь. И
Сейчас очень мало людей, которые по-настоящему могли бы назваться и считают себя профессионалами. У нас много экспертов, много активистов в этом направлении, много, но они все теоретики. Практиков у нас очень мало. Тех людей, которые выпускали транспорт на линию, которые их принимали вечером, которые планировали, которые ремонтировали, таких людей очень мало. И очень плохо, что об этом мы не говорим. По поводу коммунального и частного транспорта. Я вам приведу пример Франции. Во Франции до 60-х годов практически весь транспорт был частный. Но начиная с 60-х, когда доля личных автомобилей, это касается не только Франции, а всех развитых стран Запада, и когда доля личных автомобилей возросла до 80 штук на 100, на 100 жителей, то уже заниматься этим видом деятельности частник не может. Просто это нереально. Поэтому тут уже вступает государство в эту сферу деятельности. Почему вот всегда сейчас приводят примеры там Германии, Франции. Да, там все коммунальное, потому что ни один частник этим заниматься не будет. Потому что за это надо платить дотацию. В идеале, вот как я вижу, в идеале это развитие электротранспорта. Почему? Потому что его частник не возьмет, и в данном случае город берет экологически чистый, приятный, бесшумный. Пожалуйста, развивайте во все. А окраины, подвозку, это может и делать частник. Но у нас, посмотрите, какая хаотичность. Сейчас закупили вот этих 4 новых автобуса. Непонятно, под троллею сейчас их ставят, они будут дублировать троллейбус. Ну, ребят, ну объясните, у вас с басами проблема? Проблема. У вас с басами по каждому району проблема? Проблема. Жители жалуются, что после 7 часов нету вот этих частных автобусов. А почему их нету? Неужели частный перевозчик не хочет зарабатывать? Почему? Дайте ответ, почему его нету? А потому что людей уже нету. Возить некому. И то, что заработали, к примеру, там за день, оно начинает с вечером сжираться. Никто не хочет ехать. Пожалуйста, коммунальное получает от города сумасшедшие деньги. Я скажу, это десятки миллионов. Пожалуйста, ставьте. На все окраины ставьте. Докажите, что вы не зря покупаете этот транспорт. Но покупать автобусы, с моей точки зрения, это преступление. Почему? Соляра растет. Бешеными темпами, бешеными. Проезд вот этом новом 100-местном автобусе, себестоимость, это евро. На уровне кабинета министров этот вопрос спущен на город. И фактически этот вопрос, через который можно убить городскую власть, то есть поменять ее. И я вам скажу, вот, может быть, это будет каким-то откровением или открытием, то местные активисты, которым не нравится городская власть, понимают, что заставив покупать автобусы, троллейбусы, они оттягивают эти деньги от крыш, от подъездов, от вырешения инфраструктуры, лифтов и всего остального. Вот пусть люди скажут, что им важнее. Новый троллейбус, который едет в час, один раз проезжает, или лифт. Наскільки, на вашу думку, ефективно використовується міський бюджет? Тому що багато в соцмережах дуже було критики про те, що не використовується правильно бюджет розвитку, що грошей багато, а використовуються вони не туди, куди треба, що йде, ну скажімо, такий ухил на євродвори, а решта комунальних питань залишаються невирішеними. І на це нарікають сумчани. Так як чоловік зв'язан з транспортом, я зараз чітко знаю, а проблемы тут большой нету, посчитать пассажиропоток. У нас в городе 1180 сейчас. Не 260, а 1180. Это первое. То есть город умирающий. Второе. У нас было 95 тысяч рабочих, сейчас 76. Что мы себе думаем, чем мы бюджет будем наполнять, как мы будем оставлять наших граждан. Люди уезжают, вот вчера мне сказали, что слесарь с хорошей заработной платой в 10 тысяч гривен уехал в Польшу. Что мы себе думаем, это специалист, который может быстро отремонтировать двигатель, который может быстро выпустить автобус.
Водителей не хватает, это то, что я знаю. Врачей не хватает, медсестр не хватает. Сейчас и учителя поедут. Всю эту историю с лучшим учителем года мы все знаем. И все. Куда наши дети? Как? Ну, поэтому я считаю, что город должен иметь стратегический план развития. Его нету. Плана на будущее нету. Бюджет управляется, опять же, вручную. Четкого понимания, как, где, что делается, тоже никто не знает. Ну, по поводу критиков. Ведь критики кто? Те, кто не попали во власть. Те, кто шли, но не попали именно в эту часть власти. Не депутатскую, будем говорить, а так выконавчую, самую высокую. Поэтому их задача туда вернуться. И они для себя ставят эти задачи. И они придумают, как власть загнать в глухой кут. То есть, а как загнать в глухой кут при этом бюджете? Бюджет сумасшедший. Вот если по сравнению взять, там, например, с 2013 годом, когда бюджет был, я в долларах беру, не в гривнах, там пусть не говорят, что сейчас все выросло, там инфляция прошла. Я беру под долларовым эквиваленте. Где-то был 8-9 миллионов долларов, сейчас больше 20 миллионов долларов. То есть где-то в 2,5, почти в 3 раза возрос бюджет. То есть при нынешнем бюджете поменять власть практически нереально. То есть если взять практику других городов, если мэр работает правильно и люди оценивают правильно его работу, он вечный. Да, то есть вечный. А у нас мэры возьмите. Вот все мэры, кого вы возьмете, начиная с Андронова, все поменены как? В результате каких-то переворотов, да? И не все хорошо заканчивали. Поэтому и нынешний мэр об этом должен думать и знать. Люди должны видеть результаты у себя на округах, есть или их нету. Но я вам скажу, вот если взять даже по нашему Пароменскому микрорайону, если бы мы не бились, то у нас бы ничего не было. А куда бы оно ушло, тоже вопрос. Ну, на наступный рік минус 100 миллионов будет вилучення, это ж програє місто. І багато проєктів, я думаю, нам пояснять, що вони не виконані саме тому, що немає бюджету. Ні, подождите, ну ми ждали цієї децентралізації, да? Тобто, ребята, які прийшли в правительство, вони, в принципі, поступають правильно. Вони дали, а тепер вони не забирають. Вони говорять, ребят, ну ми ж вам дали гроші. А тепер говорять, забирайте больниці. Ви ж забрали гроші, забирайте училища, забирайте всі школи, почнуть же віддавати потихоньку, і об этом городская власть должна знать, що у них этих денег не буде, їх не заберуть, не можете выжировать, когда все страдают. А що, ну, а то, що ми, я не говорю, що это плохо, но я б сказав, що это какое-то жирование, то есть двори пліткой устилаем, там, тротуары делаем. То есть это хорошо. Да, и знаете, что в этом деле самое плохое? Планка вот эта задрана очень высоко. И когда бюджета не будет, эти, кому не сделали, придут и спросят, уважаемый мэр, а нам? А уже все ушло. Поэтому надо думать о том, когда нам будет плохо, что будем делать. Вот когда нам будет плохо, что мы будем делать. Ну, а вот мэр сказал, собаки лают, а караван идет. Ну, это касается, наверное, тут образное такое. Пусть не обижаются на это слово, мне что-то кажется. Чего они так обиделись? Это ж пресливье. Поэтому, да, караван они сели и идут, и это плохо, что они как бы сидят в этом караване, а иногда надо выбегать и побыть этой собакой, чтобы посмотреть, а правильно ли караван движется.